Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею «Счастливая семерка». Решил вот так вот подряд два билетика взять, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что будет выигрыш, чего, друзья, и вам желаю. Вообще, каждое видео я от чистой души, как говорится, желаю вам выиграть, друзья, крупные суммы. Здесь лотерея стоит 200, как видите, здесь есть призы 100, 200, 800, 2000, 10 тысяч, 20 тысяч и так далее. Главный приз 2 по 3 миллиона, вот как-то так. По правилам игры стираем вот здесь счастливое число, допустим, будет десяточка, и ищем ее под звездочкой. Нашли, рядом стираем приз, этот приз мы выиграли. Десятка может попасться несколько раз. Я в эту лотерею, например, выигрывал 2000 и, по-моему, даже не раз. Друзья мои, тем более того и больше. Друзья, давайте будем начинать. 49 у нас сегодня счастливое число. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Технобар Плюс. Прожмите тем временем лайк данному видео, пока я стираю. И будет вам, друзья, счастье. Так. Первая лотерейка есть. Под самый конец, друзья, интрига. Ну, здесь, скорее всего, будет 100 рублей. Интрига аж в самом конце. Вы заметьте, 49, 49. А шло тут все плохо. 47, думаю, рядом есть 45, ну такое уже. Нет, 200 рублей, друзья. Билет сам себя купил. Уже хорошо. Уже 50% затраченной суммы я вернул. Поехали дальше. Возможно, здесь будет. Число 11 счастливое сегодня. Есть 11, 11 два раза. Это, скорее всего, либо по 50 два раза, либо по 100 два раза. Ну, хотелось бы, чтобы было по 100. Видите, да? 11 и 11. Да, по сотке два раза, друзья. Итак, 400 вложился, 400 вернул. Вот такая игра мне нравится. Как минимум желаю вот таких лотерей вам, друзья. За безвыигрышные забывайте. Только выигрыши впереди. Желаю всем удачи. Подпишитесь на канал. Я, как обычно, всех обнял. Сегодня удачная игра. Мой день.